Всем привет! Приветики! Говори привет! Привет! Привет. Сегодня мы втроем катаемся на великах. Куда ты хочешь поехать? Не знаю. Ну, я думаю, нам надо съездить на конюшню. И, может быть, съездить туда, за больницу вверх. Хочешь? Ну, в конюшню это да. Ну, поехали тогда. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш этот канал, телеграм-канал, дзен-канал. Пишите комментарии. Вот так. Дорога плохая. Ника, ты тут? Да. Все у тебя хорошо, а? Что ты хочешь? Какой тин, я слышу. А не крути педали. Что? Не крути педали. Все равно, да? Вот вот цепь что-то задевается. Ну, когда ты педали не крутишь, этого звука нету. Да. А цепь не крутится. Когда ты не крутишь, ты не понимаешь? ТО надо делать, говорю, проверять все. Ага. А то мы мало ездим в этом году. Так, ну тут давай на моторе. Не хочу в горку умирать. Ух ты ж! Этой штуки не было! Да, новые тут тренажеры. Было вот это не было. Ну, тут прям спортивная занимается площадку. Спортом. Опа, осторожно. Опа, опа, забыл про нее. Поехали. Вау. Эти доделали уже. Там, где люди сидят. Хорошо тут стало. Прям доделали. Какая-то там сеточка даже есть сзади. Там тоже, видишь, тренажеры. Ага. Здесь флагшток сделали. Здесь, видишь, навесик над дверью. Тут тоже навес, и там зерно хранят. Это я помню, было еще. А вон там ангар, смотри, какой большой, да, построили. Это уже не было. Помню, какой это был не очень. Он достроенный был. Вот тут прям уже. Прикольно сделали. Просто интересно, здесь съехать вниз получится или нет? Съехать? Там, да, ступеньки. Да вот. Я знаю. Я ж тут был. Не судьба. Тут бордюр. Давай налево. Да. Как говорится, спортивная площадка не место для инвалидов, да? Ага, похоже. А видишь, там девушка с тренером занимается. Ага.
Ну, так интересно вообще. Хочется там походить, где новое. Вот это вот. Ну давай, да, едем туда к новым тренажерам. Скорость набираем. То, что с горки. Ух! Правда, где тут туда проход-то? Как туда попасть? Это вот это не до тропинка, что ли? Что-то типа. Насыпная. Песок и щебень. Ужас. Жуть. Ну, мы проехали спокойно. Ну, мы же на электровелосипеде. Пап, как ты думаешь, зачем эта штука? Которая? Вот эта. Ну, это ее поджигают и на коне в нее прыгают, я думаю. Дай, я сейчас не, какая-то маленькая. Че, на этом? На маленьком коне, что ли? Ну, вот это, да? Да, кольцо. Он должен так, знаешь, сгруппироваться и туда пролететь. Такой. Турники. Ты тоже хочешь выйти? Папа, это что, вообще для милипутов? Да. Опа. А тю, что это такое? Как этим пользоваться вообще? А, я дурачок. Вот нет. Такая чудесная площадка тут. Папа! Ага. А ты не помнишь, как эти штуки двигаются? Вот эти. Помнишь? Флажок поднял и вперед. Что, дочь, не работает, флажок что ли? Поднять. О! Это та самая штука. Ух, а что ж оно так? Вообще ужас. Заклинило. Заклинило. Охренеть. Ух, заклинило. Два раза дернуло и все, и заклинило, поломалось. Это что тоже что-то тут как-то не поймешь. Ну-ка. Это поднять. Нет, тут грузы стоят сильные. В смысле? Ник, отойди. О, вот это вот тоже тут интересней. Ну да. Вот это вот, вот тут мне уже больше нравится. Вот я знаю, как делать. Вот так вот лег и спишь. На небо смотришь. Не так? Да, хорошо. Полезно, полезно. Ага. Папа. И так вот порой, да, смотрите. Что настало-то? Папа, зачем вот это? Надо отжиматься. Может быть. Попробуй, получится. О, получается. А так легче, чем об пол. О, брусья! Или как они там? Ника говорит, это для препятствий для лошадей, видишь? Папа, что-то большевато. Это ты еще не дорос до них, видимо. А это как вообще делать? Ну, это, наверное, до перекладины надо наверх залезть. Похоже. Да? Ага, вижу, вижу, молодец. Она не крутится это? А, крутится, переставляется. Да. Это похоже под любой рост выбираешь и тебе ну, подтягиваться. Подтягиваться. Но... универсальная, прикольная. Но только почему она сверху? Чтобы не сперли. А. Ну как заниматься тогда? О, а вот, смотри, а тут начинаешь сверху идти, тут у тебя руки разъезжаются. Такой, Ника. Да. Это, наверное. Вот иди так, на руках. Не спрыгивай тем. Как? Вот, вот, давай, давай. А бабаха! Так, что, мы куда дальше поедем? А то тут Ника прям страшно
занимается. Папа, девчачьи. А как ты думаешь, а вот это как делается? Вот так вот, наверное, да? Ну, только наоборот надо садиться. Смысл? Ну, куда ты пошел? Папа, сможешь подвинуть ее? Смогу. На десятку тебе? На одиночку. На единичке ты ее не поднимешь. Так, какой тут стопор? Ну-ка, единичку. Подожди, а на принцип действия оттуда туда. Да, тогда тебе. Опа. Вот так будет проще всего. Давай. Я да, правильно ты, давай. Я шорт тебе покажу. Опа. Подвинь. О. Готов? Сейчас тебя вмажу. Это что за... Я их еле сдвинул. Это что за единичка? Ну, это не детские тренажеры. Да. А существуют детские тренажеры вообще? А так тебя это самое, сейчас сюда раз, я на десятку тебе подаю, и тебе так раз туда руки удлинятся, понимаешь? Ну, как потянет. А это? Это тяга, это тяга. Ну, ты с тачкой с песком, помнишь, ходил? Ну, да. Почти то же самое. Но это тяга. Опа, Ника, опа, туда. Опа, опа, как? Да, кстати, а зачем это? Ника, иди, я хочу отмерить. Папа, чё? Это вот так вот? Ну, что типа ли? Типа да. Ну что, поехали? Ну да, сейчас поедем. Вот такая вот площадка, и непонятно, зачем вон та штука. Сука твоя. Жарко нереально. Да, солнце печет. Давай, иди сюда. Поэтому поедем в лес. В лес? Да. Это о, хорошая я идея. Такая, она. Папа, она такая ячья. Ну так, солнце же печет. Все, готовы? Поехали. Да, едем. Ветерок сразу. Ага, поехали, обдувать начало. Все, поехали? Да, вроде. Погнали. А теперь в лес едем, чтобы опять не случилось ничего такого. Что, моторы? Да, поехали, наверное, по-быстрому. Или давай, не, давай расслабленно. Чего? Здесь пока машин нету. Нужно будет найти, что там у тебя так щелкает, непонятно. Чего? Машина, давай на моторы сейчас. Машина Порш. Погнали. Траву косят вон слева.
До надписи Суровикина решил доехать. Чё? Решил доехать до надписи Суровикина. Ну, я так и понял. А то смотрю, поворот пропускаем. Чё-то не так. Видишь, здесь молодой лес растет. Старый сгорел несколько лет назад. Бетон. Доставка. Лоток. Так, Тём, подкатывай сюда и держи велосипед. А сейчас мы будем фотографироваться. Я не так давно в «Одноклассниках» опубликовал воспоминания, как ты маленький, здесь стоишь у знака, я тебя фотографирую. Викочка, смотри сюда. Что-то у тебя взгляд совсем уставший. Смотри на... Смотрим, папин раз, телефон. Два, три. Запечатлелись тут, и едем дальше.